Так, мы сейчас разрезаем еще один пакетик. Что там? Это мешок с утками. Кстати, у него... ты чего вот здесь колокольчик, он должен быть? Это уточки. Так, всех уточек будем доставать сейчас и ставить вот сюда на диван. Желтая уточка. Розовая. Розовая уточка. Это все уточки здесь. Есть еще мятная, голубая и все. Еще там лисички, мишка. Еще много есть. Там еще уточек? Дофига. Целый мешок уток. Миллион уток. Миллион белых уток. Это называется желтая уточка. Почему это белая уточка? Я перепутала. Армия хотела сказать белых уточек, а сказала желтых. Ты их все к одному, да? Белых уточек белым уточкам? Нет? Как попало, блин? Толпа уточек. И это еще не все. Там еще куча. Там еще куча уток. Даже на диван, мне кажется, на весь хватит. А там одежда. Да, значит, там одежда, значит, это не подарочки. Зря губу раскатали, да? Сколько их там? Кстати, эти уточки должны были к нам прийти до Нового года, но они немножко задержались. Из-за ситуации с Казахстаном. Да, потому что у нас Алматы закрыт был. Еще уточки. А что так много желтых? Ну, не знаю. Уточки же желтые. Сами настоящие уточки. Это еще не все, еще есть. Там две утки, по-моему, еще осталось. Поставим розовую и поставим желтую. Они там самые последние. Все. Всех уток разобрали. Давай я их посчитаю. Давай. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 уток? Да. Круто. И еще вот здесь у нас одежда к этим уткам, да? Одежда. Покажем одежду? Да. Давай, что там? Будем доставать. Я вот вижу. Оленьи рожки есть. Вау. Свитер такой. Так, положим сюда. Свитерочек вот такой вот. Маргарита будет одевать. Так, свитерочки будем вот так вот ложить, какие нам попадутся. Смотри, с морковочкой, зайчик. Еще одна повязка. Так, повязочки ложим сюда. Два одинаковых свитера. Еще они... два свитера. Только они цветом одинаковые. Вот так вот, наверное. И принт. Угу. Давай, здесь зайчик и мишка. Сюда кладем. Еще олененок. Еще одни рожки оленя. Еще одни рожки. Ничего себе здесь одежды. Так, это твой. А, новые пришли жильцы. И так места мало. Армия уток. Пойду-ка я к себе домой.